У работников прокуратуры праздник. В этом году они отмечают 294-ю годовщину образования ведомства. Почти три века люди этой профессии стоят на страже законности. Во вторник с праздником работников прокуратуры нашего времени поздравили первые лица региона. Роль прокуратуры как основного государственного надзорного органа постоянно растет. Расширяется комплекс задач по защите прав граждан. Кроме этого, прокуратура эффективно координирует работу правоохранительных органов, успешно борется с преступностью и способствует повышению уровня правовой культуры населения. Почти 300 лет органы прокуратуры являются основными правозащитными и правоохранительными органами в нашем государстве. Защита прав и свобод граждан, защита интересов государства всегда являлись основной и неотъемлемой задачей органов прокуратуры. И прокурорские работники, среди которых всегда были самые профессиональные, самые ответственные люди, всегда успешно справлялись с этой задачей. Очередной год для сотрудников ивановских прокуратур прошел не зря. В условиях сокращения финансирования удалось сохранить штат и выполнить поставленные задачи. В 2015 году в прокуратуру поступило свыше 20 тысяч обращений от граждан по различным вопросам. Каждое нашло отклик. В центре внимания надзорного органа противодействие преступлениям коррупционной направленности. Прокуратурой области выявлены коррупционные преступления при выполнении работ по реконструкции и ремонту дорог в Южском и Ивановском районах, где на основании фиктивных актов оплачена невыполненная работа на сумму более 34 миллионов рублей. Возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении заместителя председателя Ивановской городской думы Морозова, бывшего заместителя председателя правительства области Кабанова, председателя комитета по лесному хозяйству Жукова, руководителя химико-технологического университета и ряда других должностных лиц. Вместе с тем, в деле борьбы с коррупцией принцип «разрушить легче, чем создать» не действует. Чтобы избавиться от этого порока, нам предстоит долгая и кропотливая работа. А это значит только одно. За праздничными поздравлениями и заслуженными наградами последуют трудовые будни. Работы у прокурорских работников с годами становится только больше. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.